Здравствуйте. Сегодня занятие по недельному разделу Бешалах. С раввином Исраэлем Эйзеншарфом из Риги категорически тебя приветствуем, Исраэль. Греческий взаим. Вот. Ну что, давай начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, про народ, чтобы народ не увидел войну. Что за война, о чем идет речь? Так, значит, у евреев, ну, понятно, по выходе из Египта были варианты. Либо двигаться короткой дорогой, либо обходными путями. Почему сказано «короткой дорогой не поведу», чтобы и так далее, вот то, что ты сейчас сказал. Значит, за 30 лет до выхода евреев из Египта около 30 тысяч людей из рода Ефраим решили, что по их расчетам пришло время избавления. Они взбунтовались, прорвались через границу, ну, разумеется, не все, перешли границу и направились в Ханаан, будущий Израиль. Но поскольку время не пришло, то им противостояли Плештим, и я сейчас пропускаю целый ряд моментов, они дошли до Гата, до Кириат-Гата. Ну, это не там, не совсем там, где сегодня Гат находится, Кириат-Гат находится, но немного в стороне, но недалеко. Вот. И их разгромили. Есть мнение, что участвовали в разгроме также амаликитяне. Сейчас, ну, есть разные мнения, но дело не в этом. Если бы народ пошел и увидел разбросанные по дороге белые кости соплеменников, часть из которых, ну вот, про которых они знали, понятно, что непонятно, чьи кости это, да, именно, но неважно. Вот это кости наших братьев, которые там 30 лет тому назад молодцы такие рванули. То для недавних рабов, которые буквально там 3 дня тому назад еще были в рабстве в Египте, это было бы тяжелейшим зрелищем, и тогда народ бы повернул. А что говорит Бог? Как бы они ни повернули назад при виде войны. То есть получается, что если бы Бог их принудил идти дальше, он бы лишил их свободы выбора. А поскольку свобода выбора – это важнейшее условие нашего взаимодействия с Богом, то поскольку Бог дал эту определенную свободу, он вынужден считаться с последствиями. И тогда он говорит, нет, не поведу этой дорогой, как бы народ не передумал при виде войны. То есть при виде вот этих вот останков. Вот. Так что это очень важно. Насколько оно работает. Как можно повернуть народ, который вот только что был свидетелем и даже в некотором смысле участником разгрома региональной суперимперии. Ну, для них это суперимперия, они же не мыслили категориями региона. Для них Египет это была целая планета. Вот. Значит, может быть, оно это преувеличение, вот это предположение, оно преувеличивает. А вот есть случаи в истории, когда не просто сражение, а целая война была выиграна практически без единого сражения. Почти без, ну, почти без выстрелов. Но сражений не было, а война была выиграна. Я просто приведу очень кратко пример, мне известный. Ну, скажем, когда Влад Цепиш, граф Дракула, ну, его потом демонизировали, вот, в большой степени, но когда он противостоял огромной, мощной турецкой империи на пике своего могущества, я имею в виду могущество ее империи, то что он сделал? Он 3 года готовился. Переловил, очень грамотно, переловил турок, мусульман, сербов, которые перешли в ислам, ну, то есть предателей. Переловил, притащил к себе и велел кормить, ну так, чтобы они не передохли с голоду. Вот. А когда через 3 года
Султан собрал огромную 150-тысячную армию и двинул на Валахию. А Валахия – это очень маленькое княжество. Это как часть Румынии. Вот. И двинул ее куда? К резиденции графа Дракулы. Ну, это валашского господаря. Вот. Это Терговище в Карпатах. Пригорье Карпат. А там леса по дороге. И вот вся турецкая армия шла, а по обеим сторонам дороги стояли колья, на которых корчились еще живые турки, мусульмане и все, что с ними связано. Вот, еще живые. То есть они специально их сажали так, что на колья до подхода основных сил турецкой армии. А турки, они боялись высунуться дальше, потому что их там, ну, передовые отряды, как правило, они немногочисленные и громили. Короче, когда до Терговишты, хорошо укрепленного, но маленького замка, у которого не было никаких шансов выстоять против этой армии, у которой был опыт взятия крепостей и замков, 150 тысяч. Когда они к ней подошли, оставалось 25 километров. Это один переход. Вся турецкая армия повернула назад. Под водительством лично султана. Он понял, что они абсолютно деморализованы. Люди живые, здоровые, оружие есть, а воевать они не будут, они в страхе. Потому что всю дорогу они видели перед собой то, что с ними будет, ребята, вот так. И он повернул назад. Вот когда он повернул назад, его отступление превратилось в результате в паническое бегство. Так граф Дракула выиграл войну без единого сражения. Вот английская королева, его прямой потомок. Вот. Так что я к чему говорю, что когда евреи могли увидеть вот эти белые кости, побелевшие под солнцем, с ними могло произойти то же самое, что произошло с турецкой армией. Так турецкая армия – это испытанные солдаты, воины и так далее. Вот. Как бы там не относиться к туркам и Турции, но солдаты они были хорошие. Вот. И генералы у них были грамотные, и адмиралы тоже. В общем, и логистика там была, и мотивация, и все, что хотели. Вот. Значит, они повернули назад. Так недавние рабы, которые день-два тому были рабами, они же тем более бы повернули. Так что Бог все это дело рассчитал очень-очень точно. И мы видим в истории подтверждение верности его расчета. Израиль, смотри, 600 тысяч – это ведь не людей, а это армия. То есть это мужчин от 20 до 60 лет, правильно? 600 тысяч 603 550. 603 550 – это огромный потенциал. Даже в размере сегодняшних стран, как говорил кто-то там, знаешь, мы шапками закидаем, да, то есть у них была возможность закидать шапками, реально. Я не думаю, что кто-то мог им противостоять вот такой толпе огромной. Кроме этого, давай вот немножечко по-другому посчитаем. Я вот смотрю нынче, и вот когда говорится, помнишь, мы обсуждали тему, воскишел народ Египет. в Египте. И мы посчитали, что у каждой женщины было примерно около 12 детей. Вот. Соответственно, так размножились. Теперь другой вопрос. Мы только тогда посчитали их, что у них было 12 детей. Или мы можем применить эту сумму и к выходу также? То есть они же не перестали выход рожать. Смотри. Также. Значит, было их, значит так, Подожди, подожди, всего. подожди, подожди. Можно я доскажу свою мысль недалекую? Я примерно посчитал, что даже возьмем 6 детей в одной семье, плюс мама с папой. Про папу мы знаем, что он военнообязанный. Он входит в число вот этих 603 550. Вот. Плюс у каждого из них было еще, ну, как минимум, папа и мама, то есть больше 60 лет. Итого получается, прибавляем 7 человек к 600 тысячам. Да? И у меня получилась сумма
Ну, минимум 5,5 миллионов человек. Это такое в среднем. А нам иудаизм говорит, что 2-3 миллиона человек всего вышло. А на самом деле, Три с если половиной. даже Три с половиной. по скромным прикидкам, если в семье было минимум 6 детей, ну или в среднем 6 детей, не у всех было 12, и не у всех было, может быть, у кого-то, может быть, и 2 или 3 было ребенка, ну возьмем 6, то получается это как минимум 5,5 миллионов человек. Слушай, Вот так вот, на секундочку. давай так. Значит, 5,5 миллионов – это просто количество людей. Мы берем боеспособных. Для оценки Ну, этой ситуации мы берем боеспособных. 104 550. Так? даже Сколько боеспособных, там да. было младенцев, стариков, старушек и так далее, мы не смотрим. Значит, теперь, какая разница, сколько здоровых, вооруженных, взрослых людей, если у них нет мотивации. А у рабов, извини, давай я закончу, да? У рабов мотивация – это здесь и сейчас сохранить свою ничтожную жизнь. Теперь. И все. А дальше трава не расти. Они до этого, за день до этого, они были готовы сдаваться, идти обратно в рабство, терпеть все, что они терпели и так далее. И тогда небольшое количество солдат мотивированных разгонит эту толпу, как толпу трехлетних младенцев, потому что они не готовы воевать. И вот здесь я процитирую Гитлера из «Майн кампф», ну как раввину не процитировать Гитлера, правильно? Который сказал, что не оружие дает победу, а солдат. Ну, в нашем случае солдат с Божьей помощью, разумеется. Вот. Но само по себе оружие победу не дает. Количество солдат победу не гарантирует. Поэтому небольшая, мотивированная, обученная, вооруженная армия разгромит как, просто как в пух и прах великое множество народов. Посмотри, этот Тиграна II разгромил Лукул. У Тиграна II больше 200 тысяч было. А Лукул его разгромил с небольшой армией. И мы видим примеры, как Карл XII до Полтавского сражения, как он небольшими силами громил в разы превосходящего противника. Из этих же соображений. Так Израиль, что, да. но ты вообще можешь со мной про сумму согласиться? Я сейчас не Я об на сумму не буду военном спорить. потенциале. Послушай, я сейчас не буду спорить про сумму. Меня не интересует, сколько еще там было небоеспособных людей. Не-не-не, должен интересоваться этим, потому что это размер 3,5 миллиона реально. или 5,5 миллионов. Мне совершенно все равно. Хорошо? Не-не, это не должно быть все равно. Просто тогда Но... величина чуда умножается на несколько раз. Слушай, Понимаешь? вот давай так. Для событий это не критично. Вот у нас есть ситуация военного конфликта, противостояния. Сколько в лагере небоеспособного народу меня не интересует. Это штатские. А в условиях военного конфликта важны мотивированные, обученные, здоровые, вооруженные люди. Израиль, переключись, я уже не про войну говорю. Я говорю про величину чуда. Просто представь, вот эти 5,5 миллионов, это не 2,5 даже миллиона, или не 3, а почти в 2 раза больше. И воды, продовольствия им нужно в 2 раза больше. То есть чуд. Когда мы говорим, нет, я не соглашусь с тобой, когда мы говорим о пустыне, где нет пропитания, ну, для одного, как минимум для двух, да, а там речь идет о 2,5, 3,5 миллионах людей, им все равно кушать нечего и пить нечего. Ну хорошо, добавь к ним еще 5 миллионов, 10 миллионов, им также кушать нечего, как этим двум. Вот. Поэтому, когда мы говорим о чуде манна, воды и так далее, то количество людей уже не критично. Сколько бы их ни было, никому не... у них никаких шансов не было там выжить. Что 2 миллиона, что 5 миллионов. Никакого шанса. Это уже Ну, не качественный скачок.
Ну, как сказать, если ты возьмешь логистику, то ты поймешь, что это геометрическая прогрессия. Ну, я к тому, что сейчас мы оцениваем величину божественного присутствия там и то, как он это смог обеспечить количество такое количество людей. Ты знаешь, ну, много. Я соглашусь с тобой, что когда много, это более впечатляет, может быть, да? Но прокормить 2 миллиона или прокормить 5 миллионов, что для Бога? Ты же понимаешь, да? Но факт, что он их прокормил в пустыне, где никакого шанса у них не было, что у 2 миллионов, что у 3, что у 7. Меня интересует чудо как факт. А масштаб чуда, ну, можем принимать во внимание, но это, ну, некачественное определение. Вот так. Да, хамушин, вооруженными вышли. Вот. Так что я готов с тобой согласиться насчет количества. На самом деле готов согласиться. Ну, вполне себе искренне, да. Вот. Но, ну хорошо. Не, Что ну просто меняется? знаешь, как реально считают, то есть там в Египте они имели по 12 детей, и я могу согласиться с этим, а при выходе вдруг куда-то все сократились. Ну как бы нет. Если Нет, 600 тысяч... вышли только пятая часть, 20%. Да понятно, что пятая часть, да даже с пятой части, ну посчитай, если их там было... Грубо говоря, 18 миллионов, даже пятая часть, это Ну, много. 3 миллиона с половиной. 4 для тебя. Какая разница? 4 миллиона прокормить в пустыне, где ничего нет, или 3 миллиона прокормить в пустыне, где ничего нет? Разница в цифрах. Хорошо, я готов с тобой согласиться. Для меня на самом деле вопрос не принципиальный. Выделил Бог там питание на 4 миллиона, на 7 или на 3. Для меня важно, что он им дал еду там, где ее и быть не могло. Вот. А ну, больше, пожалуйста, я готов с тобой согласиться, потому что я, ну и ладно, ну 4 миллиона, ну 10 миллионов, короче. Ну хорошо. Спасибо, что согласился за цифру. Кстати, в этой главе появляется твое имя. Где В появляется? А, этой в этой главе главе? появляется твое имя. Да, Ангел. только в этой появляется. Мы с Бо рядом идем. Он в предыдущей, а я в следующей. Хорошо. Так, поехали дальше. Маше взял с собой кости Иосифа. И так далее. А почему Маше? Почему не потомки, внуки, правнуки Иосифа? Внуки и правнуки Иосифа, они там занимались забиранием у египтян всего чего. Они к тому времени были очень ассимилированы. Вот. А Моше Рабейну, он был человеком принципа, он не был рабом. Вот. И поэтому, помня о том, что Иосиф завещал его кости вынести из Египта, то для него это завещание Юсефа обладало личной ценностью. Неважно, социальной, духовной, еще какой-нибудь, да, статусной. Вот. И, я не знаю, там, этической, в самом широком смысле этого слова. Вот. И поэтому он этим занимался. Вот пока весь еврейский народ там гонялся за золотом, за тканями, за тем, за сем. Вот. Он занимался тем, что добывал останки Иосифа, и дальше он лично занимался их переносом. Ну, то есть не на плечах, но, в общем, обеспечивал. Есть ли какие-то другие переводы слова вооруженные, вышли вооруженные? И пятые хамушим, пятые вооруженные. И еще хамуш – это, сейчас,
Сейчас у меня был целый список переводов. Давай так, мы пока продолжим, а я его поищу. Эти переводы слова хамуш, если тебя интересует, пожалуйста. Ну, там просто, как бы, видится правильный перевод снаряженный. Снаряженный, да. Но лично меня смущает, как одновременно из одного слова делают и снаряженные, и вооруженные, и пятая часть. Да? И в результате у нас, ну, как бы, короче, перебор, по-моему, с толкованиями. Ну, Сейчас, ладно, потом нет отдельно. перебора. Сейчас, значит, А дело в том, можно перед тем, как ты начнешь отвечать, я еще добавлю вот этот кусок, чтобы ты нет, полнее. сначала я отвечу, а потом ты спросишь. Хорошо. Значит, предполагалось, что человек, вооруженный холодным оружием, равен 5 невооруженным противникам. То есть он их компенсирует. Поэтому хамуш это вооруженный, и хамуш это равный 5. Вот. Таким образом, нет противоречия между снаряженными вооруженными, тире вооруженными и пятыми. Да? То есть вот они, каждый из них равен 5 невооруженным бойцам. Да, Светлана, слушай. Да, мой вопрос, их два, но мы покоснемся потом к костям Иосифа, я его написала. А вот тут по поводу этого вооруженного, вот это вот пяти, это было мое такое предположение, я сейчас услышала еще один ответ, но у меня совсем другие вопросы идут. Мы дальше будем рассказывать, что они, в общем-то, вышли, все евреи, всего на 3 дня. Они, как бы сказать, вышли всего на 3 дня, и сказали, что вернутся. При этом, если мы будем по шагам смотреть, значит, они вышли все вооруженные. Кроме этого, они с собой вынесли все, что надо на скинию, 40-метровые деревья. Я понял твой вопрос, не надо мне разжевывать. Окей. И вот это вот меня, я хочу просто другое сказать, что если вооруженность. Причем у меня тогда вопрос, если мы говорим о пшате, меня интересует тогда вооруженность. Это как мы рассматриваем, что Леви и Эфраим были как бы не рабы, они были вооруженные с одной стороны, а все остальные были вооруженные по разрешению фараона. Нет. Потому что я Они, столько начиталась, много очень начиталась послушай, разных комментариев. значит, вооруженными вышли 603 550 взрослых мужчин, вне зависимости от того, какому роду племени они принадлежали. Все, это номер раз. Они это оружие забрали у египтян вместе с золотом. Как это? Оружие, Светлана, всегда представляет собой ценность. Всегда, во все времена, у всех народов. И когда они забирали все ценное у египтян, то вместе с золотом они забирали оружие. А с каким Они не аргументом? такие. Они на Что? 3 дня, на 3 дня только Сейчас. они шли. Ты была здорова. Да? Значит, 3 дня, три Да. дня это условия торговли Моше Рабейну с фараоном на определенной стадии их сложных взаимоотношений. Дальше, когда сам фараон прибежал и торопил, и выгонял, и египтяне подгоняли евреев, побуждали их к выходу, то уходи, уходи, и их уже не интересовало. То, что египтяне отдали им добровольно свое золото и оружие, сделало их по египетским законам, не только египетским, кстати, и еврейским, и римским, и греческим, и каким хочешь. Значит, сделало их ну, легитимно узаконенно свободными. То есть можно было раба просто выгнать на свободу, иди, пошел вон отсюда. Вот. А это одно дело. А другое дело, когда ему дают подарки, то есть признают его равным себе. И вот то, что они дали подарки, означало, что они признали их равными себе, они отпустили рабов на 3 суток за границу. Таким образом, их выход был не выходом на 3 дня, а был исходом. Не выходом, а исходом из Египта. Вот и все. И то, что фараон погнался за ними. Когда он погнался, когда он Это сказал, отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Мы дальше будем говорить. У меня следующий вопрос будет вообще
А у меня еще тогда другой вопрос. Тогда Ну... спроси у нашего великого модератора, чтобы не получилось, что я чуть на чужое поле забрался. Давай. Закрыли тему. Двигаемся по тексту. Давайте, вот когда мы доходим до какой-то части, как бы задаем вопрос, который по тексту. Я помню то, что ты писала про Костю. Значит, Бог ставит евреев в невозможную ситуацию. Он их загоняет в угол. Он говорит, специально идите в угол. Да? Вот. Как-то прокомментируй, пожалуйста, что это о характере Бога говорит. Понятно, что у нас здесь есть эти объяснения, чтобы там фараон подумал, но на уровне человека получается, что Бог может подводить нас к невозможным по человечески ситуациям. Очень хороший вопрос, мне нравится, правда нравится. Значит, дело в чем, что все, что было до этого, было игрой в одни ворота. Бог делал чудеса, а евреи свидетельствовали, но они не были субъектом происходившего. Ну, за исключением, вот, когда они там собирали, опять же, по приказу Бога, значит, у египтян. Так вот, когда шли, во-первых, мы видим это как выход из зоны комфорта. Потому что в Египте к тому времени уже тысячи лет была налажена инфраструктура. Колодцы, дороги, службы, отношения, все было предельно отлажено, формализовано, как угодно. Значит, теперь все было четко. Теперь они вышли из зоны комфорта, где они были, ну, в общем-то, объектом усилий. А теперь им предстояло стать субъектом. И для этого они должны были попасть в ситуацию нижней точки, когда их способности, их планы, их желания были обнулены до крайности. Ситуация, как с Йосефом в яме. Вот у него такие сны, он такой весь из себя папин, любимчик, единственный, старший там и так далее. А потом он вдруг, опа, в рабстве, а потом он в доме вельможи царского, Патифара, и купается в роскоши и так далее. И вот он опять в яме. Все его чаяния, надежды, планы и так далее, амбиции все обнулены. Все. И сейчас евреи оказались в этой же ситуации. Все. Они пришли к точке, к самой черной. Они ничего не могут сделать, но что-то должны. И чего-то еще хотят. А впереди море, а позади фараон с армией. И они в пустыне. Все, привет, да, приехали, да? Вот что от них требовалось? От них требовалось сознательное взаимодействие с Богом. Больше ничего. Это ситуация, которая оказалась сильнее молитвы. Их доверие к Богу должно было найти свой выход материальный. И выход был в том, чтобы пойти в море. И таким образом, когда мы говорим о вере, мы не имеем в виду веру как противоположность рацию, ну, разуму, а веру как силу доверия. И вот тогда мы видим четыре примерно, ну, там я понимаю, что их было больше, но основных четыре типа поведения. Значит, одни предлагали сдаться на милость фараона и отправиться обратно в рабство, знакомое, до боли, но тем не менее знакомое. Они еще сказали, что мало могил в Египте, что ли, да? Вот. Значит, другие молились, и Моше Рабейну молился вместе с ними. Кто-то предлагал героически сразиться с войсками фараона и погибнуть в честном бою. Неравном и честном бою. Вот. А кто-то просто сел на песок и стал плакать, понимая, что первые три варианта ни к чему не ведут. И это при том, что сколько там было? 600 колесниц он запряг. Ну, 600, допустим, отборных колесниц. Я слышал такой комментарий, что 600 было отборных колесниц, а еще было там около 3000 простых колесниц.
Ну, значит, там... тексте. Это в тексте 600 отборных и остальные. И остальные. Вот этих остальных, поэтому по поводу количества остальных есть разночтение. Но не суть. Им противостояла элитная часть египетского войска. Во всех смыслах элитная. И, ну, сколько их там было? Ну, допустим, на колеснице было 3 человека. Возница и двое солдат. Ну, возница тоже был солдатом, естественно, но у него была другая задача. Короче, тех, кто вот, собственно, стрелял, их было в лучшем случае, ну, там, 10, ну, 15 тысяч максимум, да, там, допустим, вспомогательные части были. Вот. А им противостояла вот такая армия. И они боялись. А всего-то делов, да, колесница не перескочит, ну, вал из, ну, полутораметровой в высоту. Ну, колеса не позволят. Значит, но они растерялись, и вот и все. И тогда Бог сказал Моше Рабейну, хватит молиться. И они пошли в море. Что мы видим? Значит, есть разные версии насчет того, кто первым прыгнул в море. Неважно, умеет плавать, не умеет плавать, море не переплывет. Значит, но большинство комментаторов склоняются к варианту, что это был Нахшон бен Аминадав, один из руководителей рода Иуда со своими людьми. Значит, но он был первым, по мнению большинства. И по этому поводу есть даже, ну я не знаю, как сейчас сохранился или нет, но был премиальный фонд в Америке имени Нахшона бен Аминадава. Если интересно, я расскажу, как он первый раз, как он сработал. А дальше, ну, если интересно, если нет, то пойдем дальше. Конечно, давай расскажи. Значит, во время Великой депрессии 29-го, там, 30-го, 31-го года, когда опытные рестораторы стрелялись, потому что они набрали кучу долгов в полной уверенности, что все будет и дальше хорошо, потому что было хорошо. А тут Великая депрессия, отдавать деньги нечем и все. Значит, опытные рестораторы реально стрелялись. А в это время в Чикаго, одном из самых бандитских городов Америки того времени, не знаю, как сейчас, ну тогда так, вот, в ресторанном районе города открывается новый ресторан. Открывается. Этому, который открылся, ему сказать, ты сумасшедший, ну у тебя опыта нет, там опытные люди кончаются. Он этот ресторан назвал «Алиби». Поставил внутри у входа столик и свободные чашечки кофе, купи кофе сколько хочешь. Вот, еще какая-то закуска к ним была. И двое полицейских. В мундирах, при исполнении, все. Они вот сидели за этим столиком, пили кофе там с какими-то коржиками. Каждый, кто приходил по своему желанию, исключительно добровольно, мог предъявить свои документы, удостоверяющие личность. И эти двое полицейских записывали в специальный журнал, когда человек пришел, они его видят, он у них на глазах, и когда он ушел. Этот ресторан назывался «Алиби». Каждый, кто хотел получить абсолютно железобетонное алиби, чтобы его не обвинили в происходящем, потому что полиция – это всегда полиция, они рады там навешать на кого-нибудь дела, лишь бы там не было вот этих вот нераскрытых дел, бесяков. Вот. И для того, чтобы избавить себя от полицейского преследования, они приходили туда, в этот ресторан «Алиби», и удостоверяли свое алиби. Все, мы там. И этот ресторан, он процветал, потому что все бандюганство приходило туда. И, кстати, там они решали свои дела. Там они решали свои дела. Так вот, он получил, то ли первый, то ли одним из первых, он получил премию имени Нахшона бен Аминадава. Я не помню, какая-то очень большая по тем временам сумма. Вот. Ну и так далее. То есть он ее получил за номинацию, за успех в заранее безнадежном деле. Вот как Нахшон бен Аминадав прыгнул в воду по слову Бога, потому что надо было перейти. Заранее безнадежное дело, но вот успех. И вот у него. Мне очень нравится эта номинация. Вот. И
она так вдохновляет, в общем. Так вот, сказано, что когда евреи проходили, то сказано так, два упоминания есть, что вошли в море и шли по суше среди вод, а другие шли по суше. И на этот счет есть интересный комментарий. Значит, что вошли те, кто доверял, кто сильный духом, кто хотел выйти из Египта не просто потому, что он хотел выйти из Египта, а потому, чтобы у него была не только причина, но и цель – получить Тору, пойти в Израиль, строить, реализовывать потенциал и так далее. И цельные люди. Вот они вошли, а следом за ними шли другие, которые посмотрели, а вот он сейчас зайдет там, как будет с водой? Сейчас он утонет или нет? Не утонул, ну и я пойду. Так что это одно. Там в одном рассказе сказано, что стены, что вода была им стеной. В одном случае упоминается хома. Хома – это крепостная стена, если быть точным. Не просто стена, крепостная стена. Так вот, хома в одном случае написано с буквой вав, как палочка такая. А в другом случае без этой палочки. Если с палочкой, то это хома, крепостная стена. Если без палочки, то можно прочесть как гнев. Гнев Бога, который он сдерживал. Почему сдерживал гнев? Потому что они, те, которые шли позади, шли и ворчали. Там грязь, здесь грязь. То есть для них грязь Египта, которую они месили ногами, и грязь под ногами, которая была дорогой к свободе, ничем не отличалась. Они мыслили категориями грязи, а не категориями свободы. И вот это вызывало гнев. Более того, даже один ухитрился пронести под одеждой там, египетского идола, кто-то там дощечку, где было написано «Вставай, бык», когда Моше Рабейну искал саркофаг Йосефа с его костями и так далее. То есть вот такие вещи. Поэтому выход из Египта – это в одном случае говорится народ Израиля, в другом случае говорится Бне Исраэль, просто народ и так далее. То есть что мы видим? Что написала? Миха? Микса? Не понял. Вот. Что были разные люди с разной мотивацией, а кроме того, там было много египтян. Значит, и не только египтян, но и рабов, которые оказались с евреями, вышла огромная масса местного населения по разным причинам, которые выходили, но часть осталась с евреями, около 15 тысяч, сказавши, что они евреи. Ну, там прошли упрощенный гиюр. Из них только 202 человека были действительно мегерами, остальные конъюнктурные. И была еще огромная масса всякого остального народа, который разошелся в разные стороны в разное время. Но что интересно, что Талмуд сообщает, что среди египтян, присоединившихся к евреям, были шпионы фараона. Его ну, я не знаю, разведчики. И они все сообщали. Они сообщали, где евреи находятся, там, в каком состоянии, туда-сюда. То есть фараон озаботился мониторингом, то есть сбором закрытой развединформации от источников, внедренных в собственно народ. Не, ну в 14 главе не так пишется. Это же все, ну в 14 главе пишется черным по белому. Да, Вопрос. слушай, говори. Да, значит, из-за чего расступилось море? Из-за жезла Моше или костей Иосифа? Ни то, ни другое. Из-за того, что Нахшон бен Аминадав предпочел молитвам, чувствам
словам и всяким помыслам, надеждам, он предпочел простое, прямое действие. Надо идти, и он пошел. То есть неважно, сколько врагов сзади, неважно, сколько предателей рядом, сколько трусов, дураков и идеалистов. Вот. Какое большое море, кто там плавает, сколько идти, надо идти, и он пошел. То есть делай, что должно, и пусть будет, как будет. Вот этот принцип, который вывели в Талмуде на основании описания сцены перехода через море, делай, что должно, и пусть будет, как будет, он, я не знаю, потому ли или независимо от, но он вошел в кодекс европейских рыцарей. И парадоксальным образом, скажем, он вошел в кодекс этих японских феодалов, ну этих даймё и самураев. Вот, делай, что должно, и пусть будет, как будет. То есть вот это абсолютно рыцарский, ну, абсолютно рыцарский подход к вопросу. И он не предполагает там конъюнктуру, он предполагает цель, задачу, уважение себя с точки зрения соответствия высоким идеалам. Эти идеалы могут быть разные. Но когда человек предпочитает долг ну, сиюминутным интересом, заслуживает уважения. Так что ни кости Йосефа, ни посох Мушарабе. Мушарабе протянул посох, но пока на Шон Бен Аминадав не прыгнул, ничего не произошло. Сказать, кстати, из-за так, посоха этически потом возникла проблема. Из-за посоха. Там написано, что Моше Рабейну добыл воду из скалы ударом посоха. Ну, есть такой момент. Значит, там два раза упоминается эта сцена. Вот первый раз она упоминается в этой главе. И после этого сказано, что народ начал роптать, есть ли среди нас Бог? Ну, как если? Вот, пожалуйста, вся предыстория исхода, пожалуйста. Весь переход через Красное море, пожалуйста. Вот, вода, тоже, пожалуйста, чё роптать? А я читал комментарии комментаторов очень разных. Они написали так, что они, вот те, особенно египтяне, но я допускаю, что там были евреи, которые также мыслили. Они сказали, ну, посох Моше Рабейну, ну, конечно, великий чародей. Маг и колдун. Его посох обладает невероятной силой. Он ударяет, вот вода. А есть ли среди нас Бог? Одно другого не исключает. Да? А может, Бога нет, а это он такой молодец. И тут опа, и на нашу голову. Да, и начали ссориться друг с другом. Ропот в народе. Мерива это еще от слова ссориться, да, там. Вот. Как только ропот в народе, опаньки, и Амалек на нашу голову. И, скажем, Вавилонский Талмуд на этом основании делает такое небеспочвенное, в общем, предположение, что о том, что в народе раскол, сообщили засланные шпионы фараона, которые до этого и там обрезание сделали, и от идолов типа отказались, и от всего чего, мимикрировали как положено. Вот. И тут же, как только ропот в народе, появляется Амалек. Опа! Какой смысл у Амалека? Забрать золото, и, ну, может быть. Не исключаем. Но риск очень большой. Задача идеологическая. Значит, одним золотом дело не объяснишь. Социальных гарантий раненым никто не давал. Убили плохо, но терпимо. А вот если ранили, остался жив, а крушить наоборот хочет, ну это еще хуже. Еще инвалидом останется. Значит, в условиях такой примитивной социальной помощи воевать это, ну, надо сильно постараться. Так вот,
не все делают деньги. Меня интересовало, что они сделали деньги в условиях, ну, в ситуации с Амалеком. Они решили стать вечными врагами вечного народа. Евреям завещана вечность? Да. Аврааму об этом сказано? Да. А Амалек кто? Это уже правнук Авраама. Только по линии Исава. Родственничек. И он знает, да, евреям обещана вечность. Аврааму было сказано, что потомство твое будет в Египте. Да, вот они в Египте были, вот они вышли. А теперь громи их, ребята. То есть они решили стать вечными врагами вечного народа. Они себе обеспечили вечность в качестве оппонентов. Оппозиция может быть какая угодно. Она может быть военная, духовная, идеологическая, экономическая, любая, культурологическая, в самом общем смысле этого слова. Но они в оппозиции. Причем в такой оппозиции, которая не оставляет места. Да, точно. Когда им это невыгодно, они понимают, что их там отпрессуют по полной программе. Но для того, чтобы иметь удовольствие убить еврея, они готовы на любые жертвы. Вот. И да, это оно. Гитлеру, когда говорили, ты до чего довел Германию, ну, уже там весной 45-го, в мае, ему говорили, ты до чего довел Германию, ты ж посмотри, да, там танки Красной Армии утюжат мостовые Берлина. И вообще не наших городов. Он сказал, да. Но зато я выполнил главную задачу своей жизни. Я вскрыл гнойник европейского еврейства. Что мы видим? Что все эти разговоры о величии там, Германии, арийцев, о великих целях и так далее, это все было прикрытие необходимости поубивать как можно больше. Он говорил, меня будут проклинать. Сначала за то, что я убил евреев, а потом меня будут проклинать за то, что я не всех убил. То есть, что мы видим? Что Амалек из понятия этнического стало понятием идеологически нарицательным. Когда готовы навредить евреям, даже себе готовы навредить даже больше, чем евреям, но лишь бы евреям было плохо. Вот это уже запрограммированность, это уже сверхзадача, это уже Амалек. Но в этом смысле амаликитянином может быть не прямой потомок Амалека, что само по себе интересно, но это может быть представитель любого народа, раз. Более того, это может быть сам еврей. Поэтому сказано, что амаликитянином может быть даже еврей, который пошел, ну, системно против Торы, Бога и задач еврейского народа и так далее. И меня интересовала всегда практика вопроса, кого именно, ну, видели в качестве таких евреев-амаликитян. И я уже не помню, кто это был. По-моему, Хафец Хаим. Польский раввин, очень, очень приличный человек и очень интересные вещи говорил. Он еще в 1925 году, когда его спросили, когда закончится это большевистское безобразие в России, он сказал, через 70 лет. Ну, записали. Вот это интересно, да? Вот. И он же говорил о том, что еврейская секция при ЧК, национальная секция, вот это и есть евреи-амаликитяне. Ну, они просто за факт соблюдения заповедей гнобили как могли. Подводили под суд, под расстрел, под изгнание. Не дай бог, что вытворяли. Но потом с ними товарищ Сталин разобрался, как они разбирались. Ну, обычная история. Вот. То есть вот это пример евреев-амаликитян. Вот. Когда сегодня ну, мы видим то, что мы видим, да, то можно некоторых вполне себе по этим критериям определить. А вот так.
не только Хамас, но и внутри самого еврейского народа, к сожалению. В одних местах про одни и те же события говорится, что лично Ашем что-то делал, например, конец 13-й. Ашем лично шел перед ним, народом, в столпе облачном и огненном, Днем показывая убил путь. полночи, да. Да. Значит, в следующей главе сказано, ангел перешел, поменял место впереди народа, встал позади. А почему в одних местах написано, что лично сам Бог-творец шел где-то, а в других местах все-таки отдельно сказано, что это ангел делал? Значит, всегда, когда есть такая перебивка, это уровень проявленности Бога. Иногда он проявляет себя в самом непосредственном виде, тогда говорится Бог. Когда он опосредованно себя проявляет через свои там, ну, через свои образы, да, то тогда говорится ангел, посредник, малах, посланник. Вот. Теперь, столб облачный днем, столб огненный ночью. Значит, откуда эти образы? Для того, чтобы быть понимаемыми народом, для того, чтобы народ выполнял то, что Бог хочет, надо было соответствовать тем образам, которые уже были в сознании народа. И меня интересовало, каким образом вдруг столб облачный днем, столб огненный ночью, почему именно так? Оказалось, что в законах, ну, в уставах египетской армии, они уже были тогда, к тому времени давно существовали, была такая схема, когда армия находилась на марше, то для того, чтобы избежать там отклонения от маршрута и отставания и так далее, для того, чтобы колонна двигалась более-менее организованно, впереди колонны, двигавшиеся на марше, несли огромный помост, помост на высоких шестах. Вот. Несли его, и на помосте днем был разложен костер из сырых и смолистых сучьев, поленьев, которые давали обильный белый дым, который был инструментом целеуказания. Это было днем. Этот белый дым был виден издалека. И он поднимался высоко. Ну, там давление такое, что... Вот. И его было много, и это был... Он выглядел как столб. Теперь, чтобы было заметно его издалека. Теперь, ночью, когда они двигались, а были виды маневров, когда армия передвигалась ночью колоннами, то на этом помосте раскладывали не смолистые и сырые, а сухие смолистые, которые давали яркое пламя. И это выглядело как небольшой огненный столб. Когда Бог вел евреев, он их вел с помощью тех же не инструментов, а с помощью тех же образов. Но только там не было ни шестов, ни костров, ни ничего. Это был он сам. И даже дорогу чистил. Вот. Перед ними. Кстати, это тоже было задачей подразделений, которые прокладывали путь для армии. Убирание препятствий, могущих задержать или остановить продвижение колонн. Так вот, вот эти образы, они уже существовали, но Бог придал им другое содержание. И Тора в результате придала им другое содержание. Вот это по поводу столба огненного днем и облачного днем и огненного ночью. То есть из твоего объяснения я понял, что нельзя сказать, что это просто как бы естественное
Проявление в природе или в видимом мире особого присутствия Бога, потому что он может себя проявлять как угодно, даже если лично присутствует видимым, невидимым образом. Ой, Так? прямо вот спасибо, что напомнил. Дело в том, что как раз задача Амалека была возглавить борьбу с евреями именно вот по этим пунктам. Потому что не природа и не боги, а один бог. То есть люди того времени, люди языческого мироощущения, не обязательно то время, я сейчас тоже встречаются, значит, они себя видят под двойным давлением. С одной стороны, это законы природы, с которыми никак не поспоришь, они абсолютно объективны, независимы от нас, и с ними надо считаться. Кто не считается, сам дурак. Вот. И боги, которые также подчиняясь законам природы, обладают некой суверенностью, вот, превосходящей наши возможности, и они тоже действуют. То есть есть объективная необходимость, это природа, и есть субъективная необходимость, это воля множества богов. И тут появляются евреи, которые говорят, подожди, и природа подчиняется Богу, и других богов нет. И вот смотрите Египет, и вот смотрите переход. И тут появляются амалекитяне, которых это глубоко задевает. Потому что подход, когда есть объективная необходимость в виде законов природы, причинно-следственных связей и так далее, и субъективная в виде непостижимой воли множества богов, эта ситуация предполагает множественность морально-нравственных координат, систем. Один бог хочет так, другой хочет это, там богини, их отношения и так далее. А есть еще законы природы, с которыми не поспоришь. И тут появляются евреи, которые говорят, не, один бог и точка. У нас 613 плюс 7, у остальных 7, но все из одного источника. Все. И появляется идея совести. Вот эта идея глубоко и лично оскорбляла множество людей того времени, амаликитян особенно. Потому что амаликитяне видели себя исходящими из того же корня, что евреи. Ну, так оно и было. Авраам – предок для нас, так и для них. Но в наследие Авраама они выбрали вот эту часть оппозиционную. То есть, когда мы видим, что Авраам спорит с Богом, он спорит с Богом с точки зрения милосердия и сохранения. А они решили, ну вот взяли вот этот импульс, оторвали его от этики и получили возможность, ну, для себя идею ну, оппозиции Богу, как Авраам в свое время, но не с точки зрения милосердия, а с точки зрения свободы как вседозволенности. Кого хочу, того и выбираю себе в боги, в гении, в демоны, в кого хотите. И все, и кто мне указ. А тут приходят евреи и что-то там еще воображают. И все. И вот и эти же идеи мы встречаем прямо в Майн Кампф. Прямо вот там. А вот вопрос, а почему они это сделали? Почему амаликитяне напали на евреев? Потому что они подали пример. Во-первых, они были лично оскорблены. Во-вторых, они полагали, что не безосновательно, что евреи претендуют на ведущую роль в целеуказаниях человечеству. Они вообще, ребята, мыслили очень масштабно. Очень масштабно. И чтобы ну, представить себе масштаб их мышления, сравним их вот специально для Светланы с, скажем, с Платоном, да, ну, один из толпов античной философии. Что он говорил? В ближайшие тысячелетия миру угрожает тройная опасность. Невежество священников, материализм ученых и разгул, ну, переводит разгул, на самом деле он писал хаос демократии. Вот. Два слова о тьме, пожалуйста. Темна.
Значит, темно или Пожалуйста. темно, неважно, не суть. Значит, темно – это Мама. не… Сейчас. Это дочка, которую, которую использовали в отношениях инцеста. Понятно, да? Элифаз. Да? То Да. есть, что мы видим, что он, дочку просто, ну, как бы это дело, использовал как сексуального партнера. Поэтому в одном месте сказано, что, ну, что он сын Элифаза, а в другом сказано, что он внук Элифаза. В общем, там такая история. Она была таким переходящим вымпелом в семье. А можно узнать, где это списано? Потому что я конкретно знаю информацию, что она была мать, и я читала очень много комментариев, которые как раз критикуют то, что она обращалась ко всем праотцам, к Аврааму, И Ицхаку, они не Якову, успокоили, да. Просьбой о Гиюре. И в результате три они отказали, комментаторы это очень критикуют, что согласились были на один Гиюр, не возникло бы такого вот Амалека. Поэтому я хочу сказать, что это как бы не часто упоминается, и поэтому я задала вопрос, а почему, какая версия иудаизма? Это же не надо, нельзя забывать, он мстил за маму, правильно? Я не исключаю версию, что он мстил за маму. Хорошо? Ну, вот, серьезно, я не исключаю. Мы не знаем, что было у него в голове. Есть разные, ему приписываются разные идеи. Вот, что он хотел там показать другим народам пример, что не надо бояться евреев, особенно после случая с фараонами Египта. Другие говорят, что он оппонировал идеи Торы, Бога и так далее. Идеи совести он оппонировал. Кто-то, а есть версия, действительно она есть, что он мстил за маму. Но, собственно, Амалек, допустим, он бы мог мстить за маму, а народ амаликитян? Будем мстить за праматерь Тимну, которая хотела стать еврейкой и не стала, поэтому мы на евреев нападем. Ну, как-то уже не очень. Вот. То есть у Амалека, допустим, собственно Амалека, да, а вот у его потомков нет. Есть еще версия, что противостояние Эсава и Якова было Эсавом завещано Элифазу, а Элифаз также и своим потомкам. Есть и такая версия. Вот. Я не знаю, какая из них ведущая. И вообще, какая из них какая? Ну, мы видим, мы можем просто предполагать. Ну, совершенно исключать версию, что амаликитяне не мстили за оскорбление своей праматери. Я не могу. Я не знаю, как они мыслили. Вот. Версия есть, и спасибо, что ты ее озвучила. На самом деле. То, что ей не дали гиюр, ну, в результате мы видим такие, хорошо, что не дали. Если бы такая злодейка, ну, еще и вошла в семью еврейского народа, ну, на самых ранних стадиях, ну, не дай бог, что могло бы быть. Так что то, что ей один не дал, это можно объяснить чем угодно, личными, безличными и так далее. Второе, но то, что ей все три патриарха, которые пророки, которые, ну, просто горы, вот, в духовном смысле, не дали, это уже один раз случайно, второй раз случайно, третий раз это уже система. Вот. Мы видим, что когда все три не дают, значит, в этом что-то есть. Вот так. Писано одинаковым слогом, а результат совершенно разный. Египтяне познают или познали, что я Ашем, и сыны Израиля познали, что я Ашем. Вроде бы одни и те же слова, совершенно другой как бы результат и ощущение. Да. Да, как бы так, что общее, почему это названо? Ну, мы чуть-чуть понятно, почему сыны Израиля познали, потому что имя милости и все остальное. А вот как бы
Как это прикрутить к египтянам? А египтяне руководствовались соображениями силы. Вообще, ну, Египет – это, строго говоря, островное государство. Какая разница, он там омываем водами или ограничен пустынями? С трех сторон пустыни, с одной стороны море. Вот. То есть, что мы видим? В условиях островного государства иерархичность, как проявление системности, порядка, да, космоса, да, она сверхважна, иначе они перегрызут друг друга, съедят просто на ограниченном пространстве. Вот. Поэтому для них иерархичность, это она опиралась на силу. Сила могла быть физическая, могла быть административная, там, управление войсками и так далее, чиновниками, она могла быть магической силой, вполне себе. Вот. Но в любом случае это была сила. И они признавали Богом сильного, кстати, по-русски. Бог, богатый, богатырь. Это одного корня слова. От слова сила. Вот. Тоже интересно. Так вот, ну, корень вообще тюркский, на самом деле. Батыр, богатур, так далее. Ну, есть аналогии, например, с семитскими корнями. Скажем, батр – это большой, батра – большая. Например, там несколько трактатов Талмуда называются там Бава Мициа – средние ворота, Бава Кама – малые ворота и Бава Батра – большие ворота. Батра – большая. Большой и сильный во многих языках, ну, синоним. Вот. Так что есть интересные этимологические какие-то аналогии. Так вот, да, они признавали силу, и для них проявление силы было проявлением Бога. Что наши боги смогли противопоставить Богу евреев? Ничего. Ничего. Значит, Бог евреев – это и есть Бог. Главный, может быть, не единственный, да, потому что это сложнее признать. Вот. Но что он есть и что он главный, да, вполне себе. И если мы Значит, посмотрим… в священном имени все-таки зашито главенство. Вот мне вспоминается как бы славянское имя рода. То есть где-то это есть все-таки, да? Или Конечно. потому что это творец. Вот где в этом имени не этимологически, а семантически вот этот примат зашит? Объясни, Ты пожалуйста. имеешь в виду какое имя? ЛКМ или четырехбуквенное? Нет, четырехбуквенное, там же А, вот употребляется что. четырехбуквенное имя Значит, в обоих вариантах. можно так перевести. Был, есть, буду. Или я буду, который буду. А в настоящем времени он не ощущается. Отсюда у То есть нас, ну… нету там вот этого значения, как в славянском пантеоне род, как прародитель всего. Не, ну, есть, конечно, потому что если будет, строго говоря, он претендует на единственность, уникальность и универсальность, только я буду. То есть он абсолютная реальность. И он источник этой реальности. Вот все, что мы видим, оно ограничено во времени, в пространстве и в проявлениях. Ну, больше или меньше, неважно. Но у всего есть начало, конец, есть способы проявления. А только у него нет. Можно ли, будет ли точно или справедливо перевести это, что египтяне, утонув, познают, что я творец всего, а сыны Израиля познают, что я творец всего тем, что их спасут? Да, одно и то же действие для Египта и для евреев привело к одному пониманию, но одних через хорошее, других через плохое. Вот и все. Смотри, если человек ведет себя прилично, да, то
объяснить смысл законов для него можно через... Ну, я имею в виду, если законы нормальные, а не людоедские. Вот. Когда государство не превращается в палачецко-террористический системный аппарат, вот, а когда оно, учитывает хотя бы, понятно, что не на службе народа, утопия, вот, но хотя бы в какой-то мере учитывает интересы народа. Вот. Значит, в таком случае там законы объясняются через хорошее. Вот соответствуешь там, в общем-то, этим соблюдаешь эти законы, соответствуешь их требованиям, у тебя будет все хорошо. И для него это иллюстрация того, что закон – это закон. А для другого закона это закон будет только после того, как он отсидит там, как рецидивист, сколько-то раз, а потом решит, все, завязал я с этим делом, вот, и все. И отказался от каких-то воровских там установок. Я нашел самый простой перевод этой мысли. Папа и мама. Очень хороший период. Все, Тут все, и прошло. забота, и любовь, и И первичность. ограничения. Да, прекрасно, да. Да. Очень хорошо. Как они пели эту песню? Поскольку мы читаем, по порядку, то кажется, как будто бы вот они там прошли море, утонули египтяне, и они запели стройными рядами одну и ту же песню, словами, которые уже все знали. Ну, наверное же, это не так было. Может быть, они вообще не в это время. Может быть, это как бы сказано что-то как повод составить эту песню, которую потом использовали, и там были разные варианты в виде псалма Давида и Я так далее. тоже интересовался, меня всегда интересует литературная часть, естественно. Вот. Значит, есть разные версии, одни говорят прям сразу, другие говорят на следующий день. И вот когда на следующий день, мне это представляется более убедительным. То есть и Моше Рабейну, и народ, понятно, боговдохновенно. Без вопросов. Вот. Но как-то они это дело скоординировали. Вот. Скорректировали. Поэтому мне представляется версия, что это было на следующий день, более убедительной. Хотя она не единственная, иди знай, как они там мыслили и велись. Почему-то совпадает первая строчка у Мирьям и в этой в полной версии. Ну, это обычная история. Много песен одного народа начинаются первой строчкой. Я прошу прощения, это нехорошо с моей стороны вообще, когда мы говорим о Торе, вспоминать Илиаду, Одиссею, это не очень прилично, да? Вот. Но чисто для примера, чисто для иллюстрации. Очень много поэтических текстов. Ну вот, античная Греция, античность, которые дошли до наших дней, потому что на самом деле дошло их очень немного. Вот. Начинается словами «пою богиня про гнев», то «пою богиня про», и дальше начинается, неважно, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына, или там еще про что-нибудь. То есть было обращение к богине, которая была, ну, там, отвечала за поэзию, вот, там, музы и прочее, вот. И потом предполагалось, что вот этот аэт, этот певец, поэт, вот он, будучи вдохновляем этой там сущностью, вот там превзойдет самого себя в поэтической передаче вдохновенно и так далее. Вот, поэтому и в русских былинах «Ой, ты гой, еси, добрый молодец». Не имеется в виду, что не еврей, да? Вот. А просто такое обращение там. Или там вот такие сказки, русские сказки. Жили-были. А на иврите интересно. Там вообще калька-калька идет. Гайо-гая. Вот буквально жили-были. Легьет это быть. Гайо-гая. Жили-были. Один в один. И так у многих народов начинаются литературные произведения. Это обычная история.
Вообще там, знаешь что, твой вопрос предполагает вот что. Какой ответ? Более глубокий, естественно. Значит, что в одном случае речь идет о пророчестве, в другом случае о руаха-кодыш. Вот. Не имеется в виду Святой Дух, который там в виде голубка и так далее. Вот. А руаха-кодыш – это более прикладной, приземленный вид пророчества. Вот. Так что эти песни, они продиктованы Руаха Кодыш. И какой уровень пророчества? Потому что есть множество комментариев, которые там градации приводят, там критерии, которые там определяют принадлежность к той или иной категории, градации, уровню и прочему. А вот. И ссылаются на песню, которую Моше спел, предсмертная песня, прямо на горе, на скале Совета. Вот, и все. То есть Моше, песня, которую пел Моше. Ну, типа, Моше спел, а Бог подтвердил. Поэтому я не буду влезать в эти, на мой взгляд, схоластические детали, да, где пророчество, где Руаха Кодыш, где и так далее. Это, ну, на мой взгляд, не актуально. Вот есть в Торе, и хорошо. А можно сказать, мне кажется, тут немножечко все проще. Дело в том, что в традициях хоровых есть такое, ну, знаешь, как вот хор поет, да, и хор разделен, например, на мужскую и на женскую часть. И иногда есть хор поет, например, мужчины, а они спели, и тут же им вторую строчку вторят женские голоса. Может быть. Молчат мужчины, женщины говорят. То есть они поют Может одно быть. и то же, да, поют одно и то же, просто мужчины спели одну строчку, женщины повторили одну строчку, мужчины спели вторую строчку. Это такой прием, который и красиво Действительно звучит. красиво. Красиво. Я не утверждаю, что оно именно так было, и не пытаюсь оспорить. Версия красивая, мне нравится. Да, потому что, ну, что смысл какой повторять всю песню? Просто показано было, что они повторили то же самое, что и это. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Может быть, во всяком случае, эта версия вполне, ну, как бы, ну, вполне приемлемая. Ну, и с точки зрения логики, и с точки зрения эстетики. Опять же, пользуясь греческой терминологией. Да. Так, еще вопросы? Вот, прошли море, спели песни рефреном, как говорит Анвеу, или по-другому. И вот снова получается, что Бог их ставит в безвыходную ситуацию. Вот. Но тут у меня нету претензий к Моше, потому что понятно, что у него хватает забот и стресса. Вот. Но как бы получается, что это же его личный эксперимент вместе с Богом, да? И вот он не думает о том, что вообще пить надо, а он ему не надо было пить самому. Ну вот это безвыходная ситуация, понимаешь? То есть, что вот один там пастор говорил, что Бог над нами издевается, а потом благословляет. Тебе не понравилась эта версия? Но вот эта вся глава чистая иллюстрация вот этого высказывания. Подожди, подожди, ты завис там, где вот пить надо самому, и дальше ты завис. Да, ну у него что, как бы был отдельный источник, он что, не видел, что 3 дня не было воды, и вообще вся эта ситуация, да, что я просто тебе раньше цитировал одного пастора, что Бог над нами издевается, зато потом благословляет, тебе не понравилось, но это вся глава, иллюстрация вот этого высказывания. Нет, это не издевательство немножко, это немножко другое, да? То есть ребенка, которого, ну, учат плавать, он тоже воспринимает это как издевательство. Вот. Когда учат ходить, он воспринимает как издевательство. Когда учат писать, читать, я не знаю, там все что угодно, все, чему его учат, он воспринимает как издевательство. Даже езду на велосипеде, когда его сажают на велосипед, он тоже ему это не очень нравится. Одевают его, это он воспринимает как издевательство. На самом деле это все нужно для того, чтобы стать светочем для народов, царством священников и народом святым, нужно,
чтобы вот этот алмаз был хорошо обточен и отполирован. И поэтому Бог помещает евреев в ситуацию, где требуется напрячь все силы. И это напряжение сил для самого еврея открывает понимание собственных возможностей. То есть, когда его помещают в ситуацию, говорят, все, у меня нет сил, а ты попробуй. Ну нет сил, вот останешься в этой, давай попробуй. Оказывается, есть. И в другой раз у него больше самоуверенности, больше надежды на соответствие там, протоколу, процедуре, заповеди, Богу, Торе, назови как хочешь. Вот. Но он уже более закален. Вот. И вот эта закалка трудностями, она потом привела к тому, что а где те египтяне? Ну, амаликитяне, а мавитяне, аммонитяне, мединитяне, кто хочет там идти, да? Вот. Хананейские народы. А где они? А вот эти есть. И то, что мы сегодня об этом говорим, это результат той закалки. Очень тяжелый. Очень тяжелый. Но сначала были трудности рабства и беды, потом были трудности становления. И это все трудности. Это просто иначе мы бы остались как все остальные. Хорошо ли это? Кто, между прочим, кто не хотел этих трудностей, тот из народа ушел. Ну, все. Нет. А пришли в народ те, которые знали про эти трудности, и все равно подписались, и пришли, и обязались, и так далее. Таким образом, еврейская семья – это не закрытая вещь в себе. А это открытая система. Слабые уходят под давлением, а давление всегда. А те, кто сильный и проходит эту фильтрацию, неважно, там, более или менее оправданный, они приходят. И в результате евреи – это скорее категория людей, чем просто этнос, чем популяция. Вот и все. Есть биологическая принадлежность, а есть идеологическая. И вот эта вторая часть, она настолько очевидна, что первая, в общем, немного стирается. И все. В результате евреи – это очень упрямые люди, способные много выдержать. Очень конкурентоспособные. Там сколько там? 0,2% населения и столько-то нобелевских лауреатов. Примерно там, я уж не помню, в разы. Вот. Чуть ли не. Я даже не помню, там 50 раз или 100, но уже не суть, да? Чем в среднем по планете. Ну, оно же не на ровном месте берется. Значит, вот и все. Поэтому приходят в народы и все. Где проблема? Где мы пытаемся повыпендриваться. Ах, мы избранные, нам положено, ага. С нами лично Бог говорил? Хорошо. А теперь, как мы это... На практике, пожалуйста. Если мы ограничимся просто выпендрежем, то мы получим дешевый еврейский национализм, в чем нас и обвиняют. Вот. Если же мы это воспринимаем как необходимость больше учиться, работать, больше там, быть более ответственным и так далее... этически состоявшимися, там, состоятельными и прочее. Вот, это другое дело. И все, тогда все нормально. Но все это через открытость системы. Поэтому перекос где? Никого не пускать, мы такие, аж такие рассяки. Один вариант. Другой вариант, а кто хочет, давай. Шма Исраэль, там, может читать, не читать, а тикву спой. Под аплодисменты. Все, наш человек. Это видно было поклонство.
Вот. Только в качестве идола, ну, будет там государство со своей атрибутикой. Вот. А духовность будет отметена. Это вид идолопоклонства. А вот те, которые, с одной стороны, да, государство нужно, да, народ святой, да, мы избранный народ, при этом, кто хочет к нам присоединиться, пожалуйста. И вот у нас этика, и вот у нас практика, и вот у нас логика. Опять же, сплошные греческие дела. Вот. И все хорошо. Но это религиозные сионисты и современная ортодоксия. Вот их и долбают со всех сторон. Называют в Израиле. У некоторых открывается рот даже сказать, что это еврейская онкология. Вот такое тоже бывает. Ну, в общем так, если есть идея, будет контридея. Если есть усилие, будет контрусилие. Сказано, что когда появляется Амалек? Первый раз мы его видим здесь, когда евреи идут получать Тору и дальше брать свою землю по закону Бога. Хорошо. Второй раз, когда Шауль строит свое государство еврейское, самостоятельно, и тоже Амалек, битва с Амалеком. И третий раз мы его встречаем, когда евреи должны возвращаться из вавилонского пленения, строить храм, и появляется Аман, амаликитянин. Поэтому, когда евреи собрались создавать свое государство, ну, собрались в конце 19 века, то раввины, я не имею в виду антисионистов, не дай бог, или еще что-нибудь в этом роде, а те, которые, ну, в общем, хотели, чтобы было государство, и чтобы народ хорошо жил, и Тора, чтобы была, они говорили, если сейчас мы будем создавать свое государство, то начинать надо с убежденности, с мотивации, с Торы. А если мы его будем создавать без Торы, то Амалек, усилившись, нанесет нам сильнейший удар. И мы видим, что история, к сожалению, подтвердила. Вот. И всякий раз, когда евреи между собой ссорятся, выступает Амалек. Ну, исключений просто не было. То ссорились по поводу там, социализма, не социализма в Европе, волновало их идеи социальной справедливости без Бога. Потом в Израиле ссорились из-за там, судебной реформы, причем не читали даже текст судебной реформы. Ни те, кто протестовали, ни те, кто защищали. Но ссорились очень. Полгода ссорились. А те гады смотрят, евреи ссорятся. О, подходящий момент. Ну, прям вот как в нашей главе. Вот. И вот так вот. Да. То есть получается, что рождение народа и нации, оно связано напрямую не с законом и не с Торой, а сначала с личным сверхъестественным присутствием Бога. Вот. Значит, получается, что рождение иудаизма и народа – это сначала сверхъестественная забота Бога социально, политически, материально, обеспечение, хлеб, вода, и потом только дается Тора, законы, заповеди. Да, Как но это может эта не предел. система работать, если мы выбираем сверхъестественный элемент, который, получается, сформулирован в первом речении, где прямо про это и сказано, ну, как резюме, да, вывезший себя из Египта? Значит, смотри, в чем я вижу ценность твоего высказывания и где я готов уточнить. Не так, чтобы спорить, но уточнить. Значит, для той ситуации это идеальная схема. Они бывшие рабы. И для человека с рабским сознанием, когда бы он ни жил и где, эта схема наиболее подходящая. Поэтому, скажем, вот там такой-то адмор, цадик, ребе, он будет за тебя молиться, а ты делай, что он скажет. Ну, очень похоже. Вот. Для человека, который не готов брать на себя ответственность духовную и какую-либо, это идеальный вариант. Значит, для того, кто самостоятельная личность, критическая, скептическая,
ответственная и так далее, мыслящая, суверенная. Вот. Для него эта схема не работает. Для него работает другая. Уже записаны обязанности, уже записаны права, и я для себя свободно выбираю сторону, которую я готов там соответствовать, следовать или там участвовать в этом, как минимум. Вот. И тогда это уже выбор свободного человека. Вот. В чем я с тобой готов полностью согласиться, что и в первом, и во втором случае идея Бога оказывается ведущей. Если она не оказывается ведущей, то весь проект находится под угрозой саморазрушения. Что мы и наблюдаем. Вот здесь я с тобой готов полностью согласиться. Продолжая сверхъестественный элемент. Вот прямо там, где была горькая вода, в том же предложении, значит, сказано, как Бог решил эту проблему, и там же Бог дал народу закон и, и устав, наверное, да, хок и мишпат. Причем да. Не хуким и мишпатым, да, а хок и мишпат. О чем речь? Почему один закон и один мишпат? Да, значит, есть несколько версий. Самое распространенное, что когда говорится хок, был дан закон о красной корове. Тогда. Хотя и вода не соответствовала, но там есть свои алхические тонкости, я не хочу в них заходить. Там, если она посвящена, то она всегда готова и так далее. А мишпат – это законы, кто говорит законы чистоты, кто говорит храмовые службы, кто что. Там есть разночтение. Значит, есть другой комментарий. Честно скажу, он мне больше нравится. Что там даны понятия о законах, объясняемых логикой, мишпат, и о законах, которые мы собственной логикой не можем объяснить и так далее, но должны принять. То есть это уже речь идет о сверхразуме, это уже речь идет о распоряжениях Бога, понимаемых, непонимаемых нами и не могущих нами быть поняты. Но мы подписались под готовностью их исполнять. Собственно, два типа распоряжений были представлены тогда. Те, кто их иллюстрирует, скажем, закону, хок, закона красной крови, имеется в виду, это непознаваемые законы, необъяснимые логикой. Вот. А мишпат – это законы объяснимые логикой. Там, милосердие, цдаки и прочее. Так вот, два типа законов были даны тогда. Без того, чтобы мы приняли два типа законов, дальше Тору давать не имело смысла. Сама готовность принимать законы как понимаемые, так и непонимаемые, создала предпосылки для получения Торы. Потому что один не понимает один закон, другой не понимает другой закон. И если так, то здесь я Тору принимаю, здесь я Тору принимаю в этом объеме, здесь я ее принимаю, но в таком-то виде. И у нас будет не Тора, а нарратив. Вот рассказанное. А как к нему относиться? Да как хочешь, так и относиться. Вот. И мы получим тоже политеистическое сознание, но только не через образы, идолы и так далее, а через понятия. Ты меня ни к чему не обязывает. Один рассказал, и другой рассказал. Чего рассказал, как хотел, так рассказал. А я как хотел, так понял, как не хотел, так не понял. А чего я хочу, то там, что понял, то выполняю, что не понял, то не выполняю. И в таком случае у нас не 10 заповедей, а 10 рекомендаций. И мы получим ситуацию постмодернизма, где нет информации, а есть сообщение, и где нет объективной истины, а есть рассказанная версия, и она тогда никого ни к чему не обязывает. А тогда общий язык мы находим только на основе
внушений и внешних воздействий. А вот если мы принимаем Тору во всем объеме, вот эту часть я понимаю, эту не понимаю, эту частично понимаю, эту не понимаю, завтра пойму, эту никогда не пойму. Но я ее принимаю всю, тогда мы получаем идею одной системы. Все сплошная регрессия, да, идея и система. Вот. И тогда у нас появляется идея логики, у нас появляется этика, основы универсальных норм поведения, отношений, критериев и так далее. Вот и все. Значит, получается, в этом конкретном месте проходила базовая индоктринация в позитивном смысле. Да, то есть то, что предшествует Торе, десяти заповедям, базовый примат. Бог есть, и у него есть мнение. Да, получается, что... Сейчас. Да, ты не любишь это слово, просто доктрина значит учение, поэтому я не вижу с этим проблем. Не-не, я понимаю, но индоктринация сегодня это не учение, а внушение каких-то ценностных системных ценностей. Индоктринация. Это вид зомбирования сегодня. Прям, тут прям внушение было в чистом виде, потому что если неправильно ведешь, воды не будет. Не будет еды, воды, хлеба, всего остального. Ну, смотри, когда это внушение на уровне окружающей реальности, то это просто, ну, как тебе сказать, это даже не внушение, это просто, ну, вот ты из этого сделал. И вот тебя это окружает. Хочешь иначе? Ну, подохни. Какая проблема? Хорошо. Ну, иди обратно. Обучение. Ну, получается, обучение, что да, это обучение. здесь происходила первая заповедь. Конечно. Основа. И получается, что проблема с просвещением народов мира, она именно в этом. В том, что вначале нужно заложить примат Бога, причем сверхъестественного Бога, которого можно пощупать, если нужно, и у которого есть мнение о том, как жить. Да, вот золотые слова. Значит, смотри, когда в Торе говорится, что три раза в год весь народ, все мужчины, если быть точным, все мужчины должны отправляться в Иерусалимский храм, а вы не оставляете ни смен, ни охранные отряды, а кто захочет напасть на вас, на того нападут. Это переводит идею Бога из категории религиозной в категорию знания, практического, личного, исторически подтвержденного. И дальше, когда мы говорим, ну, допустим, храма нет, но есть седьмой год, когда в шестой год земля дает тройной урожай в тех хозяйствах, которые решили, просто решили люди соблюдать седьмой год, вот это живая иллюстрация, где религия опирается не на умозаключение, веру, доверие и так далее, а вот красноречие проповедника, вот, а на факты. И вот здесь подтверждение твоих слов, что незримый, вечный Бог может быть ощутимым через дела, которые он заявил. И можно проверить. Также можно проверить Цдаку. Хотите меня проверить? Пожалуйста, испытайте меня, Бог говорит. Давайте Цдаку посмотрим, обвиняете вы или нет. То же самое. Вот это... Ну, проверяемость религиозных норм переводит религию из категории веры в категорию знания и сверхзнания. Вот это за этот вопрос отдельное спасибо. Да, значит, заложив основание примата Бога, его мнение обо всем и способности заботиться, приходим в Элим. Как Элим переводится? То же самое, что и Элоким. Близкое, да? Элим? Ты имеешь в виду? Ну да, но они после этого пришли в Элим. Как бы вот они там были, ну вот, Мара, да, или как это?
Ну ладно, давай не будем зацикливаться на названиях, это вторично. Это не Да. Пришли в место, где было 12 источников воды, получается по одному на каждый род. Да. То Да. есть, заложив общее основание, как бы примат Бога, дальше начинается, вот мы об этом, ты очень красиво как-то говорил про разнообразие общества, про то, что вот есть одновременно все системы родовые. То есть у нас же обычно как? У нас, если есть один примат, то нужно потом всех отформатировать под него. А тут вот заложена главная система, и дальше у каждого штата своя конституция. Да, и каждый к задачам этой системы идет своей дорогой, оставаясь самим собой. Вот и все. А идея унификации это очень опасная вещь, потому что ну, всякий раз, когда возникает проект унификации, потом начинается движение сепаратизма во всех смыслах. Вот все же говорили на одном языке. Почему? Пусть будет шведы с финнами. Пожалуйста, Швеция владела Финляндией там сотни лет. Разделились с уважением к языку. Казалось бы, да, там отомсти, проигнорируй, забудь, отвернись и так далее. Нет, в Швеции прям носятся с этим финским языком. 10% населения. Но какое уважение? В Финляндии к шведскому языку. Казалось бы, там угнетатели, многолетние, многосотлетние, всю историю практически. А вот с уважением к шведскому языку. Пожалуйста. Вот этот подход очень нравится. Когда начинают унифицировать, все, чтобы говорили на одном языке, точка. Ну, проблема. Все, чтобы были в одной религии, точка. Проблема. А если нет, то что? Ну, начинаются там фантазии из руководства. Ни к чему хорошему не ведет. Всем плохо в результате. Поэтому должна быть одна общая цель и великое множество дорог и подцелей. Каждый по дороге к этой цели останавливается, если хочет, на своей ступеньке. Таким образом, общая цель сохраняется. Вот, и люди обслуживают ее на разных уровнях с разных сторон. И соответствуют ей, и находят общий язык. В результате могут взаимодействовать. Это очень жизнеспособная модель. А вот и все. Кстати, царь Шломо захотел унифицировать весь Израиль. Перетасовал родовые границы. Все же были как один. Так и плохо. Государство развалилось. Испанская империя. Какая империя блестящая, интересная. Захотели, чтобы все стали резко католиками. Ну нет. Там евреев туда, мавров сюда. Потом там протестанты появились. Давай и протестантов на этот барбекю заживо. Тоже. Библию перевели на немецкий. Фу. Кого найдем, того там. И так далее. Тоже плохая история. Пожалуйста. Да где ни возьми, там вот этот, тот же Антиох IV Епифан. Тоже решил всех унифицировать. Что у него получилось, ничего не получилось. Сплошные войны там и с армянами, и с евреями, и с кем хочешь. Развалилась империя. А была сильной. Вот. То есть, ну, вот такие вот вещи, они плохо работают, они против себя работают. Где проблема? На тактическом уровне. Да, вот сейчас все будут говорить на одном языке, все будут как один, а все не могут быть как один. Через какое-то время эти различия требуют своего выхода, и они взрывают систему изнутри. Ну, вот и все. Так что вот эта история, когда есть одна цель и много путей к ней, она оставляет место для самоидентификации. Очень важно. Поэтому мне, ну, представляется, что вот эти 7 требований Ноаха, они вполне соответствуют, ну, вот этому видению.
есть общая цель, там этические нормы, идея Бога, все хорошо, а к ней ждут разные дороги. Одни хотят так, другие хотят это, хочешь по-латински молись, хочешь по-немецки, хочешь хоть по-английски. Вот. Почему нет? Значит, ладно, какая проблема? Плохого, что Мендельсон перевел Тору на немецкий? Да ничего плохого нет. Просто, в самом факте перевода ничего плохого нет. Но проблема возникла не в том, что он перевел Тору, а в том, что потом евреи даже этот перевод решили не читать. Ну вот, и в любом случае и не следовать. В результате ко времени прихода Гитлера к власти из 600-тысячной еврейской общины 285 тысяч крестились, причем добровольно. Вот. То есть они ассимилировались, ну, вполне себе. Вот этот Генрих Гейне, который там один из светочей немецкой литературы, вообще-то он Хаим Гайне. Вот. Ну и так далее, таких много случаев. Так что проблема не в факте перевода, а для чего и что было потом. Почему А вот ударил? Светлана пишет, кто хотел, что написал? Посмотри там. Кто хотел, все читали. Да, кто хотел, все читали. Ничего Трудно плохого в этом поспорить. Мы не делаем поспорим. только то, что хотим, а то, что мы не хотим, мы не делаем. Это, Тут да. Нет, мы делаем, чего не хотим. И тоже достаточно часто. Чем взрослее, тем чаще. поспорить. Есть Да. причина, по которой мы это делаем, а не саботируем полностью весь проект. Не саботируем, но не хотим, но делаем. Но вынуждены. Выбираем делать. Есть причина, по которой мы Да, выбираем выбираем. это делать. Это хорошая формулировка, да. Почему в присутствии старейшин первый раз Моше бьет по скале посохом, жезлом? Потому что те же старейшины, как и остальной народ, это недавние рабы. И для того, чтобы они продолжали выполнять то, что Моше Рабейну им говорит, надо было быть для них убедительным, то есть авторитетным. А авторитетный человек у раба – это рабовладелец, у которого есть сила, и он ее демонстрирует. И демонстрирует эту силу во благо тем, к кому он обращается. Вот смотрите, ребята, могу ударить по скале. Ударяю по скале. Вы хотели воду? Получите воду. Что видит недавний раб? Он видит хозяина с палкой, который добивается своего даже от скалы. Даже того, чего не может быть, он все равно получает. Камень? Камень. Ну, воду даст. Его ударил То есть ну, хозяин. все это Такому время хозяину мы слушаем. получается, что вся эта глава посвящена вот именно тому же, что узнали, познали египтяне, что Ашем, познали сына Израиля, что Ашем. Это все про примат Бога. Да, но только они его сначала узнавали в качестве рабов в Египте, потом они его узнавали в качестве вышедших из рабства из Египта, но по сути рабов, то есть рабов, но в другом статусе. Рабов в статусе свободных. Им надо было научиться быть свободными. Но резко дать им свободу было совершенно невозможно. Они не знали, что с ней делать. Ну, получили Тору, через какое-то время быка сделали. Вот. Значит, это процесс, а не событие. И этот процесс, он многосторонний, многоуровневый, болезненный, долгий, личный, иногда кровавый. Помни, кто такой Ор, что он зашел на гору вместе с Аароном, чтобы поддерживать руки? Это племянник Моше Рабейну, сын Мирьям. Хур. Его потом убили во время случая Племянник Аарона. заупокойства. Да. Это племянник Моше Рабейну и Аарона, потому что он сын Мирьям. Ну, Мирьям старшая сестра. Вот.
И его убили во время бунта Золотого Быка, когда он попытался воспрепятствовать бунтовщикам. Они его просто убили. А Бецалель его, по-моему, внук, если я не ошибаюсь. Или правнук, не помню точно. По-моему, внук. Вот. И после этой победы Моше построил жертвенник. Не написано, что Бог ему сказал построить жертвенник. Это была его личная инициатива, так? Ну, похоже так, да. Слушай, я не знаю, да. Может, он пророк, да. Может, он по своей инициативе построил, ну, как Яков строил жертвенник там, да. Вот. Или Авраам. А может, ему Бог сказал, ну, мы об этом не знаем. Ничего плохого тогда в этом не было. Но как бы получается, что не выйдя из моря, они построили жертвенник. Не после того, как первый раз чудодейственным образом вода появилась, не второй раз вода появилась, не после появления Мацы, а после победы очередной над врагами он построил жертвенник. Есть ли какой-то в этом смысл? Почему именно тогда? Потому что само сражение с врагами было свидетельством уже имевшейся внутренней слабости. И внутренняя слабость гораздо опаснее, чем нехватка там воды или еще чего. Вот. Вот эта вот внутренняя слабость, которая готова была разорвать народ на стадии формирования, это, строго говоря, никуда не девалась. Никуда не девалась. Вот когда гнали народ в газовые камеры, то споры о том, кто виноват в этом плачевном состоянии, заканчивались внутри газовых камер, до того, как начинал сыпаться порошок. То есть вот портной с Востока со своими социалистическими завихрениями, большевистским сознанием и так далее, и высоколобый профессор, образованный, амбициозный с Запада, оба евреи, оба голые, оба на пороге смерти, спорят о том, кто виноват в этой ситуации, еще внутри газовых камер. То есть, как бы есть много плохих вещей, но получается, что вот этот раскол общества, судебная реформа, это была такая красная черта, после Да. которой Бог сказал: ребята, больше так нельзя, это последний лимит. Конечно, потому что если бы было дальше, мы бы просто раскололись совсем, совсем. Что было, ты не представляешь. Доходило до стрельбы друг в друга, какие-то там ополчения, которые охраняли вход в разные поселения, где большинство там жителей было за ту или другую сторону. Были наезды на протестующих, были блокирования дорог с этими, где не могла проехать скорая помощь, амбулансы, по вызову там к умирающему человеку, к роженице. Им говорили: ребята, там роженица рожаете, ей вот тут сейчас надо. Нет, у нас политические принципы, мы не пускаем. Ну и что делать папе этого, ну, новорожденного мужа, этой молодой женщины, которая рожает, ей плохо, ей надо помочь, а вот эти вот гады стоят и не пускают. Ну что он сделал? Он все сделает. И все. Они даже не читали тексты судебной реформы, они даже не знали пункты, по которым они судятся. И тут на нас приходит эта зараза и добивается того, чего 40 лет не могло добиться ни одно правительство Израиля. Ну, через кровь, через не дай бог что. Та же схема. Вот Тора, вот главы, вот законы, вот почитай, вот пойми, вот делай. Нет, ну нет, так нарываемся. Это не значит, что они не виноваты, это значит, что мы дураки большие. Одноклассница из Риги рассказала, значит, она работает в филиале израильской конторы, у которой там отделение по всему миру, и которая очень инфраструктурно завязана на государство и все остальное. Вот, и вот начал, а у нее там какие-то вопросы по карьере есть, и ей шеф сказал из Израиля: слушай, я сейчас ушел на войну, я сейчас занят, вот я вернусь. И владелец вот этой конторы международной, да, у которого, ну, масса возможностей
командировку уехать, это Да, самое, понятно. оставляет весь бизнес и говорит, я иду воевать за свою родину, вот закончится война, поговорим о карьере. Да. Слушай, а когда там дети министров, депутатов, генералов сами идут, сами просятся, идут, погибают, знают, что опасно, и все равно идут, из-за границы приезжают, не сачкуют из Израиля куда-нибудь, а сами приезжают, просятся, еще ссорятся, чтобы их взяли, не будем пальцем показывать. Вот это да. Но вся история была в большой степени, ее, как сказать, ее предсостояние было создано нами, ну, не поспоришь. Слушай, насколько об этом говорят вот сейчас раввины? Понятно, что там из нашей тусовки раввины говорят, а вот все остальные, обсуждается ли взаимосвязь сейчас в Израиле между этими двумя? Обсуждается в каком смысле, что, сейчас скажу, что недостаточно финансируются ешивы, и поэтому не соответ... ну, вот, надо больше, и поэтому пришел Амалек снаружи. Понимаешь, да? Я не хочу комментировать. Ну что, друзья, давайте сейчас можем оставить время для вопросов по главе и вот все на тему, которые не удалось задать. Всем открыты микрофоны, можете включать сами. У меня по поводу мана к вопросу. Давай. Ну ладно, это отдельное чудо, насколько этого всего хватало. Ну смотри, с точки зрения гигиены, еда лежит прямо на земле. Ты знаешь, многие люди не подозревают, как это жить в пустыне. Я жил в пустыне, и я знаю, что там песок, там ветра, постоянно, ну, как бы пыль, вот это вот все. Знаешь, мало удовольствия кушать подножный корм, который еще и хрустит на зубах, потому что, ну, потому что пыль. Вот. Я так понимаю, что это не просто какие-то крупные шарики были, а это какая-то, как кориандровая, да, то есть это мелкая вещь. Ну, во-первых, собирать это трудно достаточно. Вот. Во-вторых, это, ну, прям с землей. Это же не на какой-то площадке отдельно от земли. И это потом надо было, ну, как бы кушать. Не знаю, мне очень все это сомнительно смотрится, вот это все мероприятие. Ну, с точки зрения гигиены. Значит, смотри, то, что ман выпадал каждый день и на всех хватало, а в пятницу двойная порция, тебя не удивляет, не Нет, вызывает меня не удивляет, они как они собирали? Пинцетом собирали? Нет, значит, это действительно были, ну, такие полупрозрачные шарики, и их, да, собирали. Значит, одни собирали их больше, другие, ну, то есть ближе, другие дальше, но в целом хватало на каждого каждый день. Исключением был шаббат, когда они собирали, поэтому в пятницу выпадала двойная порция. Если с одного дня на другой оставляли, там черви заводились. Если же это происходило в пятницу, то черви не заводились. Значит, это, ну, вещь абсолютно не, ну, нет аналогов. То, что сегодня бедуины называют маном, это полупрозрачные шарики, такой, ну, это грибы, строго говоря. Это грибы, которые растут вот на поверхности пустыни. Вот, их собирают по утрам. Вот. И едят. Действительно просеивают и едят до сих пор.
Они очень легко усваиваются, они питательные, там полно белка. Но когда уже солнце выступает жарко, они исчезают, там растворяются. Вот. Потом появляются новые. Это ман, который сегодня так называют. Кстати, бедуины так и называют ман. Значит, то, что было тогда, скорее всего, это просто общее название. Вот. Может быть, чем-то похоже. Но собирали, действительно собирали, просеивали и готовили. Это ну, обычная история. То, что Ильхана написал, что это не песчаная пустыня, а каменистая, это действительно каменистая пустыня. Вот. Поэтому мусор был, но его было относительно песчаной пустыни немного. Вот. Так что ман – это вот что. Это дал Бог день, дал Бог пищу. Был такой Раби Элиэзер из Мудина, то он сформулировал этот принцип на основании этой главы. Вот. Дал Бог день, дал Бог пищу. Вот эта готовность полагаться на Бога, делай, что должно, и пусть будет, как будет, одного толкнуло прыгнуть в море, но это был поступок. А вот чтобы весь народ пришел к этой мысли, как ощущению, вот, которое должно выразиться на практике. Это вот так. Каждое утро собирали ман. Потом перестали в этом видеть что-то чудесное. А вот пришли в Израиль, ман перестал выпадать. Надо было сажать. Ну вот они, как вот берешь зерно хорошее, которое можно смолоть и съесть. Вот его кидаешь в землю. А из земли вырастает из одного зерна на этом колосе много зерен. Вот это чудо. Вот для них это было чудо. То есть, строго говоря, чудо и то, и другое, но просто одно чудо, к которому мы привыкли, и поэтому считаем естественным. А на самом деле оно не менее чудесное. Вот. И вот эта вот готовность в пустыне, то есть в Египте они получали все от хозяев. Ну, как рабочая скотина. Рабы. А здесь они получали все от Бога, но от них уже что-то требовалось. Не там, нормы кирпичей, а вести себя прилично, Тору изучать. Ну, то есть от них требовалась практическая этика и знакомство с теоретическими основами, ну, на уровне изучения. Вот так. Как-то слышал такое выражение. Только человек зарабатывает себе на жизнь. Вот. Животные, которые ну, живут, они не зарабатывают себе на жизнь и при этом живут. Вот. В связи с этим такая мысль. Если мы песочница Бога, Он нас создал похожими на себя и так далее. Вот. То почему у нас нету манна? У Ну, нас как есть бы мы сотрудничаем, надо выходить, собирать. Замечательно. Ну, значит, так смотри, как и животные живут. все, что, строго говоря, то, что мы зарабатываем, это ман. Просто тогда, для того, чтобы получить этот ман, надо было ходить и кланяться по всей пустыне, а сегодня надо за станком или за письменным столом или за компьютером. Но в принципе это тот же ман. Просто мы его не воспринимаем как ман. А вот. Просто у них получается зарабатывать много манна, не выходя из-за стола, а у другого приходится 20 тонн груза тащить на себе. Очень хорошо сказал. Сейчас очень хорошо. Спасибо. Прямо вот дал переход. Когда жили в пустыне, тот, кто вел себя прилично, этот ман собирал рядом с быстро, много и легко. Тот, кто вел себя не очень прилично, собирал его далеко, трудно и столько же, но с большими усилиями. Теперь, когда ситуация поменялась, храм разрушился,
пророчество ушло, мудрость, которая была во времена второго храма, стала наказуема, не просто понизился уровень, а стала наказуема, то ситуация поменялась. В результате, как правило, зарабатывают много люди, не слишком взыскательные этически, не слишком принципиальные, не слишком переборчивые. И вот они зарабатывают много. А другому человеку, чтобы заработать столько же, если он приличный, он ограничен множеством разных установок, заповедей, принципов и так далее. Это все равно, как вот один боец бьется по правилам, а другой без правил. Кто победит? Тот, кто без правил. Этот не бьет там ниже пояса, этот не бьет локтем в кадык, этот не бьет по глазам, а тому, куда вы не ударишь, лишь бы вырубить. Поэтому, когда один по правилам, а другой без правил, то они в разных весовых категориях. Смотри, сегодня у Израиля артиллерия, самолеты, новейшие технологии. Сейчас, извини, пожалуйста. Сейчас, извини, буквально один момент. Подожди, а ты это дело записывал? Нет, то, что сейчас было, нет. Но просто время вопросов и ответов, можем его закрыть и дальше уже бесцензурно общаться. Давай тогда, закрывая запись, благодарим тебя за урок. Всегда, пожалуйста, только ты...